друзья, мы рады приветствовать вас в Екатеринбурге на площадке Дворца игровых видов спорта, где сегодня волейбольная команда «Уралочка НТМК» в рамках 10-го тура чемпионата России Суперлиги «Паримач» встречается с подмосковной командой «Заречье Одинцово». Встречу судят первый судья Алексей Тюшев из Ярославля, второй судья Вячеслав Коробов из Самары, инспектор матча Сергей Лебедев из Калининграда. И предлагаю прямо сейчас познакомиться с составами на этот матч. Обратите внимание, сейчас команды слушают гимн Российской Федерации и после этого выходят на площадку. А вместе с вами, дорогие друзья, эту встречу будем смотреть мы, Валерия Сафонова и Сергей Храмушин. Здравствуйте! Добрый вечер, наши болельщики! Рада сегодня быть с вами. Добрый вечер, Сергей. Да, добрый вечер, Валерия. Итак, я предлагаю прямо сейчас вместе с нашими болельщиками посмотреть на то, как команды стоят и ждут начала игры. И чуть позже мы обязательно озвучим, как будет проходить эта игра и в каких составах. Кроме того, уважаемые зрители, напомню, что сегодня можно задать моей соведущей прекрасной Валерии Сафоновой, игроку «Уралочки НТМК», свои вопросы. Для этого отправляйте их в нашу официальную группу ВКонтакте «Уралочка НТМК». Мы выберем лучшие и зададим в процессе матча. Так будет интереснее и вам, и я думаю, Валерии пообщаться со своими болельщиками также будет очень интересно. Да ведь, Валерия? Ну, вообще, насколько тебе вот такое вот взаимодействие со своими болельщиками, с любителями волейбола интересно? Не боишься ли вопросов, которые сегодня могут прозвучать? На самом деле нет, не боюсь. Ну, какие вопросы ждешь? Про личную жизнь или, наверное, наоборот, про игру? Жизнь, скорее всего, про личную жизнь? Часто мне их задают. Ну что ж, прямо сейчас мы отбираем те вопросы, которые уже поступили к нам перед игрой. В процессе вы также, напомню, можете оставлять эти вопросы. Ну а мы будем самые интересные задавать Валерии Сафоновой. Итак, у нас начинается игра. Напомню, что сегодня встречу судят первый судья Алексей Тюшев из Ярославля, он на ваших экранах. Второй судья будет Вячеслав Коробов из Самары, инспектор матча Сергей Лебедев из Калининграда. Ну и, Валерия, предлагаю прямо сейчас познакомиться с составами команд. Мы видим, что подмосковная «Заречье Одинцово» как раз выходит на площадку. Озвучим кто. Номер один – Кунчева Наталья. Номер три – Чесногова Светлана. Номер четыре – Матвеева Полина. Номер 13 – Подошвина Анастасия. И номер 15 – Шишкина Юлия, лидеры команды Железко Дарья и Кураева Кристина. Тренер команды – главный Панков Вадим Анатольевич, заслуженный тренер России. Старший тренер Красильников Александр Витальевич. Вот как раз Вадим Панков только что был на ваших экранах, а сейчас на площадку выходит «Уралочка НТМК». Давай, Валерия, назови своих сокомандниц, своих подруг, кто сегодня будет представлять. Номер 5 – Анисова Богдана. Номер 10 – Котова Елизавета. Номер 13 – капитан команды Парбиц Ксения. Номер 14 – Куликова Татьяна. Номер 23 – Сезущая наша Селютина Татьяна. И номер 30 – Смирнова Ксения. Либеро команды – Курносова Кристина и Перепенко Дарья. Также, уважаемые радиослушатели и наши зрители, напомним, что сегодня в команде, к сожалению, не будет присутствовать связующая. Еще главного тренера. Николай Васильевич Карполь, он на ваших экранах. Карполь Николай Васильевич – заслуженный тренер Советского Союза. И главный тренер – Вертелков Владимир Николаевич, мастер спорта СССР. Да, я уже начал говорить о том, что, к сожалению, сегодня в игре не примет участие связующая Алена Кондрашова. Она сейчас болеет. Желаем ей скорейшего выздоровления. Также Валерия Сафонова. Она рядом со мной. Она тоже не сможет присутствовать сегодня на игре, как она не просилась совмещать и то. И также отмечу, что из второго состава клуба привлечены на матч нападающие Ольга Ваганова. Это девушка 2001 года рождения, рост 180 сантиметров. И Анастасия Гудова, 99 года рождения, рост 182 сантиметра. Она выступает на позиции связующей. Итак, прямо сейчас начинается матч. Предлагаю первый розыгрыш посмотреть вместе с нашими зрителями. Да, не очень хорошее начало, но я думаю, это просто сказалось то, что был небольшой перерыв у нашей команды. Напомню, что предыдущий тур мы играли против Ленинградки и выиграли, а после этого «Уралочка НТМК» и «Уралочка 2УРГЭО» выступали на Кубке страны. К сожалению, путевки туда мы получить не смогли, но тем не менее показали довольно неплохие результаты. Итак, только что был второй розыгрыш. К сожалению, очередную ошибку допускает наша команда. Но, Лер, как считаешь, вообще вот такое вот начало, насколько оно может в
психологическом, наверное, как в эмоциональном плане. Главное не старт, главное финиш. Ну что ж, посмотрим. Вот мы начали сокращать отставание. Лиза Клотова забрасывает первый матч, и счет становится уже 1-2. Пока еще в пользу Заречья Одинцова, но верим в победу нашей команды. Но я думаю, Заречье тоже сегодня покажет себя. Тем более, что состав довольно серьезно изменился. Традиционно команда Вадима Панкова подарила нескольких игроков другим клубам. То есть, в частности, в нашу команду перешли блокирующая Елизавета Котова, которая сейчас как раз на площадке, и либеро Кристина Фурносова. В Локомотив из Заречья Одинцова перешла нападающая Мария Воробьева и блокирующая Анна Мельникова. А в Саратовском Протоне сейчас играет также бывшая диагональная Заречья Одинцова Виктория Русу. Кстати, тоже уже в предыдущих матчах смогла себя хорошо проявить. Вот, Лер, очень интересно, наверное, посмотреть как раз на ту ситуацию, когда бывшие игроки одной команды встречаются по разную сторону сетки. У тебя тоже была такая ситуация. Вот как себя при этом чувствуешь? Помогает это в игре или, наоборот, отвлекает? Потому что ты знаешь те ходы, которые может совершить противник. Конечно. Все с этим сталкиваются, все меняют команды, все встречаются по командам. Ты знаешь игроков, и, безусловно, ты читаешь игру. Но я думаю, что с течением времени все равно игрока меняется. Техника, тактика, в зависимости от команды, в зависимости от тренера и этого умения. Ну и как раз давай обсудим, каким образом изменилась команда Вадима Анатольевича. Мы только что рассказали, кто перешел из Заречья Одинцова, но кого же эта команда приняла в свои объятия. Насколько я знаю, что и молодежным составом пополнилась, и опытными игроками. О, Дарья, достала мяч. В этом сезоне традиционно команда Вадима Анатольевича пополнена молодежными составами. Молодежными игроками, молодыми игроками точнее. И я считаю, что это прекрасный тренер для молодых игроков. И эта команда выращивает всегда отличных игроков, что мы видим и в нашей команде, какие есть. Пополнена молодежным составом и опытными игроками, нападающей Натальей Думчевой. Она играла за Минчанку, за Протон, за Воронеж. С ней мы вместе играли в молодежной команде, в сборной молодежной. Юлии Коренчук. Она играла за «Динамо Краснодар», за «Ленинградку», за «Динамо Митар». И блокирующая Светлана Чесноковой. Она воспитанница Уралочки, кстати. Ну и ты с ней встречалась, насколько я знаю. Да, я выступала вместе со Светланой в молодежном составе у нас в Уралочке. И в высшей лиге «Б». А после она играла за «Ленинградку», «Приморочку» и за «Спарту». Ну что ж, а за то время, что мы с тобой разговаривали, счет стал уже 6-3, пока еще в пользу Заречья Одинцова. Игра пока только начинается. Будем все-таки верить, что игра будет хорошей и для одной, и для другой команды. Но, тем не менее, надеемся, что обе команды смогут показать красивую игру. А вот, Лер, ты сказала, что Заречья Одинцова – это хорошая школа именно для молодежи, для молодых игроков. И напомню, что на той неделе Уралочка и старшая Уралочка НТМК и Уралочка 2 УРГ, выступающая в Лиге А, показывали здесь игры за путевки в Кубок страны. И одним из зрителей был главный тренер сборной России Серджи Бузат. Он как раз рассказал о том, что ему интересно смотреть игру конкретно в тот день Уралочки НТМК, потому что они молодые и они могут показывать что-то интересное. Прыткие, да, как да, говорится. То есть, вот, насколько по своему даже опыту вспомни, когда ты играла за команду «Уралочка-2», за молодежную лигу, за, возможно, лигу «Б», насколько твой уровень благодаря старшему клубу начал расти? Всегда нужно играть с сильным соперником. Я очень любила играть, например, мы часто выезжали, когда был Кубок России, Николай Васильевич отправлял вторую команду. Мы играли с самым таким сильным клубом на тот момент, это было «Динамо Казань». Вот, на тот момент там была Гамова, там кого только не было, все звездные игроки. И было очень волнительно, достаточно волнительно, и я считаю, для опыта это важно, для молодых игроков. Ну, как раз к вопросу об опыте, вновь давайте обратим внимание на площадку. Счет 7-6 в пользу Заречья Одинцова. Сейчас Светлана Чеснокова как раз, с которой ты уже ранее играла, да, на подаче. Посмотрим, как она сможет показать игру. К сожалению, Эйса не забила, но, тем не менее, сделала удобное положение для нашей Уралочки. Счет сравнялся. 7-7. Результативная атака. Да, результативная наша атака. Ксении Смирновой.
А вообще, Лера, расскажи, теперь откроем завесу тайны, каким образом «Уралочка» сейчас, в каком составе, в какой форме, как хорошо она подошла к этой игре, потому что напомню, что предыдущий 9-й тур с Ленинградкой был довольно давно, после этого мы выступали на Кубке России. Да. Да, но у нас были некие сложности, потому что ни Николай Васильевич, ни Михаил Васильевич не смогли присутствовать на игре. Вот, был риск. И девчонки, я думаю, что все равно они неплохо справились с игрой. Просто немного не повезло. Но вот риск, про который ты говорила, он, к сожалению, непосредственно сказался и на команде Вадима Анатольевича. Напомню, что до этого Заречья Одинцова 14 дней была на карантине и даже не провела предыдущую игру, потому что не смогла просто выйти на площадку из-за ситуации с коронавирусом. Кроме того, у Заречья в этом сезоне проведено всего 5 матчей в чемпионате. Так что будем надеяться, что сегодня они как раз после этого перерыва подошли с новыми силами и покажут себя по полной. Конечно, сейчас вирус сплошь и рядом. Выживает сильнейший. Итак, мы смотрим за игрой. Ой, какой результативный пайп от нашего капитана Ксении Парубец. Ну, я думаю, это ее коронный как раз прием. Да. Очень агрессивная такая атака. Я думаю, все другие клубы ее боятся. Посмотрим, сделают ли выводы в команде Заречья Одинцова, научатся ли блокировать такие удары. Но по опыту скажу, что предыдущие игры доказали, что все-таки у Ксюши вот этот вот знаменитейший удар такой, что противостоять очень сложно. По крайней мере, блок даже не всегда справляется, какой бы качественный он ни был. Просмотр взяла команда «Уралочка». Ну вот и первый видеопросмотр за сегодняшнюю игру. Оля, аут на подаче. Вот, Лер, скажи с высоты своего опыта, как считаешь, что Николаю Васильевичу не понравилось в этом приеме, какая спорная ситуация была? Поле или аут на подаче. Угу. Смотрят. Ну вот не очень хорошо видно с нашей позиции, к сожалению, куда все-таки попал мяч. Поэтому, я думаю, поможет видеопросмотр и нам с тобой понять, кто все-таки прав и Николаю Васильевичу. Ну, посмотрим, в чью пользу уйдет этот видеоповтор, оправдает ли этот прием. Итак, на ваших экранах кадр с видеоповтора. Действительно, поле аут было. Был аут. За последние пару игр я как раз обратил внимание, что активно очень тренеры пользуются видеоповторами. Не всегда оправданно, к сожалению, конечно. Но, тем не менее, Лер, как считаешь, помогают ли они в решении таких спорных ситуаций? Я считаю, что да, они помогают, но я считаю, они очень влияют на время игры. Порой так долго ждать результата. Но зато я считаю, что иногда они могут даже принести победу команде. Конечно. Потому что достаточно влияют вспомнить на результат матча, это однозначно. Да, достаточно вспомнить предыдущие игры, когда видеоповторами даже в нашу пользу заканчивали сеты. Да. Заречье впереди, счет 10-9. Так, удар Богдана Анисовой и увенчался успехом. И вот мы вновь сравнялись, 10-10. На ваших экранах Николай Васильевич с, я думаю, знаменитейшими наставлениями. Я думаю, каждый хоть раз слышал, как Николай Васильевич умеет подбодрить команду. Итак, отлично срабатывает наш блок. Елизавета Котова. Вот 10-й номер на ваших экранах. Елизавета Котова отлично работает на блоке. Хороший перенос рук. Ксения помогала. Блок-аут в исполнении Натальи Думчевой. Ну что ж, и вновь счет 11-11. Интересная, я думаю, будет игра. Как я ранее сказал, Заречья Одинцова после 14-дневного перерыва вышла на игру. Как считаешь, вот такие перерывы, они вообще... Понятно, что никто не хочет болеть, но способны они, наоборот, улучшить положение в команде? Потому что, ну, болеют же не все игроки, и остальные продолжают тренироваться. Помогает вынужденный отдых или не помогает? Честно, не знаю. Помогает или нет, но форму потерять однозначно помогает. Ну,
Напомню, что Уралочка НТМК, слава богу, еще ни разу не попадала на карантин. Слава богу, да, что нас не коснулась эта зараза. Ну что ж, вот только что оформила эйс. Елизаветы Котовой. Уралочка НТМК, 10-й номер. Подача. Лер, как оцениваешь вообще игру Елизаветы Котовой? Это ее первый сезон в Уралочке НТМК. Как быстро она смогла даже влиться в наш коллектив? Вообще, коллектив, в принципе, у нас даже на площадке и в жизни, я считаю, что идеальный. У нас очень дружная команда, и это немаловажно для игры. Елизавета Котова, я считаю, на сегодняшний день одна из лучших первых темпов России. Ну что ж, вновь возвращаемся к площадке. 13-12 счет в пользу Уралочки НТМК. Посмотрим, удастся ли сравняться. Наталья Думчева на подачу. Идеальный прием. И завершает это очко Ксения Смирнова. Комбинация крест. Это, кстати, ее любимая комбинация. Ну что ж, и сейчас она выходит на подачу. Розыгрыш относительно долгий завершился нашим триумфом. Счет 15-12. Потихоньку начинаем выходить вперед. То есть, видимо, ты была права, что старт ничего не показывает. Главное, финиш. Да. Итак, у нас первый тайм-аут в этой игре. На ваших экранах Вадим Анатольевич. Давайте послушаем, что он говорит команде. Просто один это не факт. Туда больше, да? Придется там. Надо попробовать самой. Может, руки раскинуть. Там и там попробовать зацепить. Очень сильный удар. Миша, играем, боремся. Без блока боремся. Нормальный мяч. Прием. Не бивай тот, Наташа, не бьем как все. Ну что ж, завершился первый тайм-аут, который взяла команда Заречья Одинцова. Счет 15-12 в пользу Уралочки НТМК. На подаче Ксения Смирнова. Чудесная быстрая передача в край для Ксении Парубец. Да, это как раз ее коронный удар. Как мы знаем, именно с этого положения она чаще всего атакует и очень успешно атакует. Но к чести Заречья Одинцова хочу сказать, что мы видели, каких два сложных мяча им удалось все-таки поднять во время розыгрыша. Пробивает блок капитан команды Юлия Коренчук. Итак, Вадим Анатольевич говорит, главная скорость. Да, нам с нашей точки хорошо слышно, благодаря расположению наставления Вадима Анатольевича. Но согласна ли ты с его наставлением? Главное ли скорость? Или все-таки другие элементы тоже очень важны в игре? Я считаю, что сейчас волейбол очень быстрый. И за счет скорости можно много. Ну что ж, посмотрим, насколько скоростной будет продолжение первого сета. Так, к сожалению, не увидел все-таки, куда упал мяч, но, глядя на табло, счет 17-14, мяч отдали Заречья Одинцова. Вот как раз только что произошла замена вместо третьего номера. Вышел номер 9. Чеснокова и Светланы. И на круг вышла на подачу. Подачу. Ошибается, к сожалению, свежий игрок. Ну, я думаю, что это все равно волнение. Да, и вот она возвращается на скамейку. Вновь Инна Круг. Меняется на Светлану Чеснокову. Не получилось у нее реализовать этот удар. И Вадим Анатольевич вернул ее. Вода!
аут в атаке. Заречья Одинцова. Довольно много ошибок, обрати внимание, допускают в первом сете команды, именно отправляя мяч в аут. Ну что ж, я думаю, все слышат Николая Васильевича, как раз второй тайм-аут за первый сет. А на ваших экранах вновь Вадим Анатольевич. Все хорошо, мы вас успокоим. На самом деле, сколько мы играли, на моем веку очень много заречья Одинцова. Игр легких никогда не было. Несмотря на возраст игроков, всегда цеплялись, всегда давили. Всегда был такой прессинг с их стороны. Но, тем не менее, радует то, что согласно встречам за последние три сезона в предварительном этапе чемпионата России, все, получается, шесть игр, которые проходили за три сезона предварительного этапа, все равно оставались за нами. Да. К сожалению, не успевает Полина Матвеева поднять этот мяч. Блокирующая нашей команды. Очередная замена в заречье Одинцова. И снова блок Елизаветы Котовой. Да, не удалось заречью Одинцова сломать, что называется, наш блок. А счет между тем 21-14. Приближаемся к окончанию первого сета. Пока отрыв довольно серьезный. То есть 7 очков, я думаю, заречью Одинцова можно попытаться сократить отставание, но это будет сложно. А уважаемые зрители, вам напоминаю, что Валерия Сафонова, которая вместе с вами сегодня смотрит эту игру и комментирует, ей вы можете задавать свои вопросы. Все, что вам интересно, что бы вы не хотели у нее спросить, пишите свои вопросы в нашу официальную группу «Уралочка.НТМК» ВКонтакте. Мы выберем самые интересные вопросы и постепенно во время игры будем их задавать. Вот давай попытаемся ответить уже на первые вопросы, которые прошли модерацию. Первый вопрос, которым мы сегодня откроем наше с тобой блиц-интервью, это почему ты сегодня комментируешь матч? Матч я комментирую в связи с тем, что, к сожалению, у меня произошла травма, и долго мне придется восстанавливаться. Травма пресса. Ну, не будем, конечно... Не такая редкая для волейболистов, но тем не менее. Не будем открывать завесу тайны, что же произошло, но насколько вообще, по твоему мнению, перспектива, как... Долго будет восстановление в общих масштабах? Конечно, вообще не хочется слушать врачей совсем, но достаточно долго. Ну, желаем тебе скорейшего выздоровления. Я думаю, наши болельщики перед экранами компьютеров, телевизоров, телефонов, других гаджетов присоединяются к этому. Да, спасибо большое, дорогие болельщики. Мне писали в директ, в инстаграме, мне писали в личных сообщениях, поддерживали. И я ценю. Спасибо вам. Ну что ж, я предлагаю сейчас вновь обратить внимание на площадку. Команда «Уралочка НТМК» уходит на тайм-аут. Счет, как вы видите на ваших экранах, 21-18. Предыдущий мы проиграли три мяча подряд. Урал ушел за речью один. Кому нужно играть? Так играй! На ваших экранах только что был Николай Васильевич. Да, Карполь. Хочется заметить, что в нашей команде, команде «Уралочка», очень большой спрос со связок, так как связка – это мост команды, и она принимает решение, куда дать передачу. Ну что ж, заречью Одинцова удалось потихоньку все-таки сократить отставание. Напомню, 21-18 счет на ваших экранах. То есть всего три мяча отделяют от равного счета. И снова идеальное нападение Ксении. Я думаю, только что даже наши болельщики перед экранами слышали, как громко просила она отдать мяч. Вот, кстати, когда игрок так эмоционально и громко заявляет, что именно ей нужно отдать мяч, не отвлекает ли это других сокомандников и не позволяет ли это предугадать то, что она сделает противнику? Нет, это просто игрок показывает свою уверенность и готовность данной передачи. Но если ты центральный блокирующий, то это может отвлекать, потому что тебе нужно выбирать, куда бежать на блок.
Ну что ж, 23-18, счет на табло. Буду продолжать задавать тебе вопросы от наших болельщиков. И второй вопрос. Следишь ли ты за свердловскими спортивными командами? Например, с кем сегодня играет футбольный Урал? Да, я слежу. Ну, не так часто, конечно, но иногда посещаю для разнообразия матчи. Сегодня мы играем, наш Урал играет со Спартаком. Ну что ж, это правильный ответ. Действительно, видите, спортсмены, они универсальны, и не только волейбол их интересует. У нас просто нет времени никуда ходить. Да и сейчас, тем более, такая ситуация с вирусом. Что ж, только что не получилось Ксении Парубец вновь агрессивной атакой заработать этот мяч. Вот, если честно, не совсем понятно, это блок хорошо сработал или она попала в сетку? Нет, это был трос, как я понимаю. Угу. И снова в концовке партии дают передачу нашему лидеру, нашему капитану Ксении Парубец. Но, как мы видим, легко Заречье Одинцова сдаваться не собирается. Да, о чем я и говорила до этого. Уралочка НТМК берет очередной тайм-аут. Предлагаю послушать наставление от Николая Васильевича. Это первый мяч, не четвертый. Ты поняла? В первых мячах можешь с ними играть. А вот сейчас нужно с ней играть. А ты обязана выигрывать. Все, внимательно. Итак, команды уже практически вплотную подошли к завершению первого сета. 23-21, пока ведет Уралочка НТМК. Ничего себе. Ну что ж, не удалось Ксении Парубец, зато Елизавета Котова все-таки забивает. Вадим Анатольевич с чем-то не согласен. Сейчас мы посмотрим, с чем. Вот и второй видеоповтор в первом сете. Скорее всего, возможно, возник вопрос, куда все-таки за площадку или на площадку попал мяч. Возможно, я, конечно, и не прав, но сейчас арбитры рассудят эту спорную ситуацию. Ну что ж, а пока идет видеоповтор, я задам тебе следующий вопрос. Он уже посвящен непосредственно твоей игровой карьере. С какого возраста ты пришла в волейбол и почему именно этот вид спорта тебя заинтересовал? На самом деле все просто. Наверное, это был мой рост. И в детстве у меня было очень много энергии. Я бегала по школе постоянно. И мне дали визитку, сказали, направь ее в мирное русло, иди в спорт. Вот, и так я попала в спорт к Казакову Игорю Владимировичу. Это мой первый тренер. Итак, вот видеоповтор завершился тем, что Вадим Анатольевич все-таки смог оставить этот мяч за собой. Заступ все-таки был. Ну что ж, 23-23. Мы видим активное сопротивление Заречья Одинцова. 13-й номер. Анастасия Подошвина на подаче. Обманула нас Заречье Одинцова. Ну что ж, девочки настоящие молодцы, действительно смогли. Посмотрите. Выйти даже вперед в конце партии. Да, посмотрите, наш блок. Хотя счет был 23-19 в пользу Уралочки. Мы видим взгляд Николая Васильевича сейчас на экранах. Взгляд нашего капитана. Николай Васильевич достаточно. Очень хорошо умеет настраивать такие и моменты. Я думаю, это необходимо, потому что только что мы видели Ксению Парубец, капитана Уралочки. Да. Видно, что у нее сосредоточенное очень выражение лица было, потому что действительно серьезное отставание в 7 мячей Заречье Одинцова смогло сократить и даже выйти вперед. Только что они перешагнули отметку в 24 очка.
Да, видеоповтор не смог помочь нашей команде. Заречье Одинцова подошло к сетболу 24-23. Анастасия Подошвина на подаче. И снова защита от Ксении. От нападающего удара Ксении Парубец. Мяч проваливается в блоке. Ну что ж, вновь команды сравнялись. Будем надеяться, что наставление от Николая Васильевича, которое мы только что с вами видели и слышали на экранах, помогло. Нападающий сейчас самый молодой игрок нашей команды. Татьяна Селютина. Связующий игрок. Завершает эту партию блок Ксении Смирновой. Не удалось поднять этот мяч Заречью Одинцова. Отлично справилась Елизавета Котова. Нет, вы видите, не завершает, извиняюсь. Повтор на ваших экранах. Ролочка вышла вперед. 25-24. Итак, сетбол. А вот теперь блок завершает блок. Вновь блок от Елизаветы Котовой. И прямо сейчас, уважаемые зрители, не переключайтесь. Мы передаем слово нашей соведущей Юлии Курочкиной. Она вам расскажет все самое интересное про взрослый волейбол и какие турниры проходят в Екатеринбурге. Передаем ей слово. Нет, уважаемые зрители, все-таки пока мы не передаем слово нашей соведущей Юлии Курочкиной, видеоповтор после этого последнего, казалось бы, завершающего мяча взяла волейбольная команда «Уралочка» ТМК. Вот так вот рано мы начали праздновать победу. Прямо сейчас на ваших экранах Юлия Курочкина. Она вам расскажет, чем и где можно заниматься взрослым волейболом в Екатеринбурге и какие турниры проходят в столице Урала. Напомню, что первый сет завершился победой «Уралочки» НТМК со счетом 26-24. Стереотип, что волейбол – это исключительно игра для длинноногих, длинноруких. Вот какой у тебя рост? 188, очень даже невысокий. У меня тоже довольно средний рост, 172 примерно сантиметра. Вот как ты думаешь, мои физические параметры могут подойти для работы на волейбольной площадке? Для женского волейбола у вас очень неплохие параметры. А... И, в принципе, я хочу сказать то, что волейбол не только игра для высоких. Как минимум, есть позиция игрока либеро. Связующего игрока, кстати. Расскажи, пожалуйста, вот если я вдруг соберусь, приду в команду, вообще это действительно какие-то команды настоящие, то есть с тренером, со сборами, с какими-то моими напарниками, то есть как это все организовано? Ну, у нас в городе Екатеринбурге есть просто как коллективы, которые приходят там по вечерам, собираются, играют в волейбол чисто для себя. Так есть коллективы, которые собираются вокруг тренера, то есть это школы волейбола. Там уже тренер выстраивает тренировочный процесс, проводятся сборы, соревнования. То есть там уже идет такая планомерная тренировочная работа. Потому что, как я уже говорил, волейбол сложная игра. И самостоятельно научиться в ней играть достаточно сложно. Нужна рука профессионала и наставника. Мы уже поняли, что если что, идти туда, где медом намазано,
условно, чтобы играть в волейбол. Но реально ли в такой собранной взрослой команде получить какие-то реальные призы? Да, конечно, у нас очень в городе много турниров, которые проводит городская федерация волейбола для любителей, для начинающих, для полупрофессионалов. Так что проявлять себя есть где. Так что дерзайте. Слушай, у меня такой девчачий вопрос: а если я начну играть в волейбол, я похудею? Ну, не могу знать, я не диетолог. Вернемся к вам. Хорошей игры. Ну а мы возвращаемся на площадку Дворца игровых видов спорта. Только что завершился первый сет в противостоянии волейбольного клуба «Муралочка» НТМК и подмосковной команды «Заречье» Одинцова. Завершилась первая партия со счетом 26-24 в пользу «Муралочки» НТМК. И сейчас на ваших экранах вы видели статистику первого сета. Достаточно посмотреть. Напомню, что вместе с Валерией Сафоновой, игроком «Муралочки» НТМК, сегодня мы комментируем эту игру. Как обычно, наибольшее количество и очков заработала Ксения Порубец в первом сете. У нее 8 и всего 6 очков у Шишкиной Юлии в «Заречье» Одинцова. Но хочется посмотреть на общее количество вообще атак, которые совершили обе команды. По общему количеству у нас 36 очков, у «Заречья» Одинцова 34. И мы на пару процентов результативнее. За счет чего, по-твоему, удалось это сделать? За счет опыта. Я считаю. Ну, пожелаем удачи «Заречью» Одинцова, тем более, что это как раз хорошая возможность набраться опыта. И вот уже они доказали, что они опыта набираются. Достаточно посмотреть на табло. Счет 2-1 в пользу «Заречья» Одинцова. На подаче Елизавета Котова. Наталья Думчева отличилась в атаке, сделала результативную скидку. Не разобрались на приеме Ксения Парубец и Татьяна Куликова. Но какой скользкий был момент. Мяч коснулся, все-таки трос. Да, это достаточно сетке. Опасный момент, когда первый темп стоит у сетки и выбирает, когда ему принимать, а когда нет. Второго раза такого не получилось. То же самое сделать, да. Обратите внимание. Перевод по линии с четвертой зоны от Юлии Коренчук. И она же идет на подачу. Обрати внимание, вновь повторяется сценарий первого сета. Там точно так же «Заречье» Одинцова в начале выходила вперед. Да. Как я понимаю, что у «Заречья» Одинцова тактика подавать укороченные подачи. Но тебе, наверное, будет с точки зрения профессионала все-таки виднее, но мне кажется, они намного опаснее, потому что, вот обрати внимание, только что пограничный вот такой удар не получился, мяч все-таки уже не перевалился за сетку, и очко ушло нашей команде. Да, в этом году достаточно много против «Уралочки» подают укороченные подачи. Так, счет уже 6-3 в пользу «Заречья» Одинцова. На подаче третий номер Светлана Чеснокова. И снова укороченная подача. Идеальный прием от первого темпа. Кстати, хочу заметить, в команде «Заречья» Одинцова очень высокая связка, 1,92 м. Я, наверное, первый раз вижу такую высокую связку. Лера, расскажи вообще, когда мы говорим про волейболисток, все-таки что там главное? Высокий рост или, например, даже скорость? Нет, на самом деле не всегда. Сколько игроков невысокого роста берут, например, скоростью, прыжком хорошим?
То есть главное развивать именно то умение, которое... Реакция, лучше, конечно, да. Активная игра на блоке началась у Заречья Одинцова. Итак, Полина Матвеева на подаче у подмосковной команды. Подача вот здесь ваут. Она уже не укороченную подала. Неукороченная была атака и, к сожалению, тоже подача. Допустила ошибку. Хитрая скидка от Ксении Парубец. Как считаешь, Лер, кто у вас в команде самый хитрый игрок? Вот только что ты сказала, хитрая скидка от Ксении Парубец. Всегда ли она отличается такой хитростью? Ксения, да. Ксения очень опытный игрок, и вы сами это видите. Каждый по-своему хитер, скажем так. Учит ли она этой хитрости вас, своих сокомандниц? У Ксении, на мой взгляд, это от природы. И мама у нее играла, Ксения, с детских лет в волейболе. У нее талант. Вот, кстати, один из вопросов, который нам прислали наши зрители, был следующий. Спрашивают, у тебя в семье, так скажем, мама занималась волейболом, отец художник. Все правильно? Мама волейболом никогда не занималась. Папа тоже. У меня спортсменов как таковых вообще в семье нет. Папа художник, да. А, вот, папа художник. Не мешает ли это тебе в процессе игры или наоборот, вот это вот художественное восприятие на площадке помогает? Мне это не передалось, к сожалению. Ну, может быть, с течением времени, конечно, это все разовьется. У него, например, это развилось, точнее, не развилось, он обнаружил себе этот талант 3 года назад и развил его до таких масштабов, как я считаю, это вообще надо постараться. А меж тем у нас Анастасия Подошвина на подаче, и счет уже 9-6 в пользу Заречья Одинцова. Ну, только что Уралочка смогла сократить отставание. 7 очко приносит нам забег Елизаветы Котовой. Допускают ошибку Ксения Смирнова. Мяч уходит в аут. Лера, вообще, когда есть буквально доли секунды, чтобы оценить силу удара, которую надо нанести игроку, насколько сложно все рассчитать правильно? Тут на самом деле не рассчитываешь, уж просто действуешь. То есть как-то нету определенной силы удара, с которой ты примерно понимаешь, как надо нанести, чтобы попасть именно в зону. Ну да. Получается, есть либо удар, либо скидка. Ну, либо накат. Не успевает на блоке Заречья Одинцова. И снова Ксения. Ну, я думаю, такой сильный удар очень сложно было предугадать. Вот достаточно посмотреть видеоповтор. Я всегда сравниваю первых темпов с вратарями футбольными. Как здесь надо быстро угадать и дойти до места, где мяч. Thank you.
подаче Наталья Думчева. Вот как раз к вопросу о расчетах. Как мы видим на видеоповторе, удар и буквально несколько, ну, наверное, сантиметров, даже не миллиметров, перелетает мяч за линию. Уралочка в роли догоняющих. 10-12 на подаче. Ксения Смирнова. Обрати внимание. Да. Быстрая атака Светланы Чесноковой. Теперь Уралочка не успела на блоке. Обменялись любезностями. Первые темпы. Вот я ранее уже упоминал, что для Заречья Одинцова эта игра станет всего шестой в этом сезоне. Несколько игр у них отменялось из-за ситуации с коронавирусом. У нас это 9-я игра. А как считаешь, вообще это может ли повлиять, что просто не разыгрались еще с начала сезона? Да, сезон получился очень рваным с самого начала. У минчанки вообще, конечно, сейчас, я думаю, проблемы будут потом, потому что все эти игры перенесутся дальше, их никто никуда не дел, и им придется больше играть. И меньше времени на становление и на отдых будет. Ну, как раз о переносе игры лучше всего говорит последняя новость с официального сайта Федерации волейбольной. Они отменили ранее засчитанное техническое поражение в матче между командами «Ленинградка» и «Минчанка». И также официально отменен результат матча первого тура нашей команды с Липецком. Я напомню, там произошло нарушение оформления международного трансфера у связующей Липецка Кристины Игубовой из Азербайджана. И сейчас стало известно буквально вчера о том, что матч, переигровка Уралочки и Липецка пройдет 17 декабря в Екатеринбурге. Благодаря Елизавете Котовой удалось приблизиться и сравнять игру. 14-14. Посмотрите, как хорошо влилась наша Татьяна Селютина, связующая нашей команды на игру. Блок аут от Анастасии Щуриной. Обратите внимание, уважаемые зрители, что вновь повторяется примерно такая же работа, как и в первом сете. То есть сначала Заречье отрывалось, потом Уралочка догоняла, потом отрывалась уже Уралочка и догонять приходилось Заречью Одинцова. Вот посмотрим сейчас, будет ли повторение полное этой ситуации и что покажет самый конец второй партии. Красивый эпизод исполнения Анастасии Щуриной. Ну, Богдан Анисова до последнего пыталась исправить ситуацию, спасти. Мяч был очень близко к сетке. Защита Богдана Анисовой в четвертой зоне. Отставание в 4 очка.
Довольно долгий был розыгрыш и очень опасный. Вот у нас первый тайм-аут во второй партии. Это не твое дело, ее дело поставать. Ты снимаешь, можешь в первом ударить, можешь просто ударить. Кот не бить, не бить кот, не в пять никуда, просто можешь бить. Ну а ты играть будешь? Вернулись команды на площадку. Счет 18-14 в пользу Заречья Одинцова. Анна Пальмова на подаче. Как мы только что с вами увидели, не смог показать себя наш блок. Вы видите на повторе. От блока мяч ушел в аут. И вот Уралочка берет видеоповтор. Пока у нас есть свободная минута, Валерия, задам тебе следующий вопрос от наших зрителей. Расскажи, видимо, уже про личную жизнь интересуется Алексей Сафонов из Зенита Санкт-Петербург. Брат, муж или просто однофамилец? Просто однофамилец. Ну, я думаю, выдохнули сейчас многие наши зрители-мужчины, что все-таки не муж. Да. Итак, что нам покажет видеоповтор? Какое решение примут арбитры? Слишком сильный удар совершает Ксения Парубец. Как вы видите на ваших экранах, уже Ксения Смирнова допускает похожую ошибку. Мяч также уходит в аут, и она отправляется на скамейку запасных. Вместо нее выходит Вера Костючек. Теперь уже можно начинать переживать за Уралочку НТМК. Отрыв довольно серьезный. 7 очков. Как считаешь, Лер, удастся ли нам наверстать упущенное? В женском волейболе все возможно. Ну, только что Уралочка это и доказала. Уже 21-15. И Богдана Анисова на подаче. Хочется заметить, что, как обычно, Заречья Одинцова отличается хорошей защитой. Сколько мертвых мячей они уже подняли. И снова перерыв. И вновь наставление от Николая Васильевича. Давайте подслушаем, что он говорит команде. Ну, сейчас ударим. Почти куда нужно. Может, еще красивее здесь. И внимательно тогда будет получаться. А ты что ж-то, ручки подставляешь? Мяч на нашей стороне, ты не можешь его прыгнуть и сыграть?
команды возвращаются на площадку. На подачу у Заречья Одинцова Анастасия Подошвина. Да, и тут уже блестяще срабатывает блок Уралочки. Как вы видите на вашем видеоповторе, на вашем экране. Блок от Веры Костючек. Хотя мне показалось, что Лиза Мне тоже сначала показалось, но на повторе вроде как это была Вера. Очень много моментов, что и у одной, что и у другой команды. Блок проходит между сеткой и руками. Как вы видите, Заречья Одинцова производит замену. Инна Круг выходит на площадку вместо Юлии Шишкиной. Итак, свежий игрок на подаче. Посмотрим, поможет ли. Обидно, очень обидно теряем мяч. Как вы видите на повторе, Ксения Парубец попыталась его поднять, но не успела буквально на долю секунды. И к сетболу подходит Заречья Одинцова. Снова защита от Заречья Одинцова. Борются до последнего в Уралочке, как мы видим. Сложный мяч достали. Долгий розыгрыш. Да, и, к сожалению, долгий розыгрыш завершается вне в нашу пользу. Там, где медом намазано. И сейчас мы этого волейбольного тренера проверим на знание не только волейбольных терминов, но и некоторых других. Кстати, и вы тоже можете присоединиться к нашей такой интерактивной игре. Прямо сейчас вы наверняка можете подключиться в нашу группу ВКонтакте. Ну а на следующей игре мы попробуем такой интерактив провести вместе с вами, пока Константин отдувается за всех. Кость, у меня к тебе несколько вопросов. Вот здесь вот заготовленных. Я тебе не буду показывать, чтобы ты не знал правильный ответ, но так или иначе, как ты думаешь, что же такое пайп? У меня есть несколько вариантов ответов, но так как ты волейбольный тренер, ты наверняка должен знать правильный ответ. Я лишь даю мгновение нашим зрителям, чтобы они узнали, что же такое пайп. Итак, если вы успели дать правильный ответ, давайте проверим Константина. Итак, Костя, что же такое пайп? Атака с первой зоны, атака с шестой зоны, либо блокирование? Атака с шестой зоны. А, микрофон у нас работает, Константин, к сожалению, но ты даешь неверный ответ, ты знаешь об этом? Да, давай еще раз попробуем. Пайп – это атака с первой зоны, Костя. С шестой зоны или блокирование? Ну, кстати, может быть, я же только начала учиться, да, волейболу? Хорошо. Сотрем этот позор, оставим все на совести нашего тренера. Поехали дальше. Что же такое крест? Это вышивка, удар из первой зоны, либо комбинация? Это комбинация. И это абсолютно правильный, верный ответ. Друзья, надеемся, что и вы угадываете в нашей викторине все верно. Дальше. Что же такое сювит? Это майка либера, приготовление в вакууме при низкой температуре, либо ложка для приготовления десерта. Итак, сювит. Майка, приготовление в вакууме при низкой температуре, либо ложка для приготовления десертов. Это приготовление в вакууме. Вот ты, Кость, просто читаешь, похоже, со мной вместе ответы, да? Мы готовы продолжить и даже, смотрите, у нас есть приз. И этот приз мы обязательно кому-то из вас сможем отдать уже на следующей игре. Участвуйте в наших викторинах. Ну а пока мы желаем нашим девчонкам отличной игры. А сейчас мы возвращаемся на площадку Дворца игровых видов спорта Екатеринбурга. Третья партия в матче между Заречьем Одинцова и Уралочкой НТМК. На ваших экранах статистика матча. Итак, по атакам Заречье Одинцова было более результативное. Достаточно посмотреть, что 25 атак и 56% из них увенчалось успехом. У Уралочки 32 атаки и лишь 31% был успешным. Заработал блок Заречье. Thank you.
Предлагаю начать эту партию с очередной порции вопросов от наших зрителей. Итак, Лера, расскажи, я знаю, что этот вопрос очень часто тебе задавали. Не хочется ли вернуться в Калининград? Мне очень понравился этот опыт, мне очень понравился город Калининград. Конечно, всякое бывает в жизни. Только позитивные и с любовью вспоминаю, особенно болельщиков этой команды. Город с позитивной энергетикой. Ну, наши болельщики, я думаю, не хуже. Да. Проявляют сейчас... интерес, задают конечно, вопросы. Конечно, конечно, да. Поэтому вы не переживайте, дорогие болельщики. Сейчас Валерия болельщики только онлайн. Любит. Хотелось бы, конечно, бы их увидеть лично. Все равно личное общение. Надеемся, это что такая возможность интернет. Предоставится, потому что, да, ситуация я очень с коронавирусом, надеюсь. Да, все не очень хорошо, но тем не менее не теряем надежды, продолжаем играть. Да, не примем участие в Лиге чемпионов, но специально, чтобы вы были спокойны, мы сами об этом жалеем. Мы хотели показать себя на международном уровне, но войдите, скажем так, в общемировое положение и поймите, что даже для рядовых спортсменок очень страшно заболеть коронавирусом. От себя могу сказать, что болельщиков действительно очень не хватает на трибунах. Даже музыка не спасает. Ну давай продолжать тогда радовать наших болельщиков. Задам еще один вопрос. Он, видимо, вновь от мужской аудитории. Они уже выяснили, что Алексей Сафонов тебе не муж. И продолжают спрашивать, в частности, комплимент. Вы очень красивая, но, к сожалению, фотосессий в Уралочке не так много, как, например, в Казани. Было бы тебе и, я думаю, всей команде интересно показать себя с этой, с модельной стороны? Я думаю, что нет. Нас и наши фотосессии в Уралочке устраивают. Ну что ж, тогда следите за жизнью наших девушек на нашей официальной группе ВКонтакте «Уралочка НТМК». Подписывайтесь в Инстаграме на наших девушек, их можно найти там довольно легко. Ставьте лайки и любуйтесь их красотой. У Казани достаточно... недостаточно, а очень красивая фотосессия. Мне понравилось. Анонсы на матч. Итак, как мы видим, на площадке борьба продолжается. Вновь Заречье Одинцово впереди. Счет 5-1 в пользу подмосковной команды. Лер, как считаешь, почему у нас наша Уралочка немножко расслабилась все-таки в конце второй партии и начале третьей? Ну да, я вот сейчас смотрю, что-то как-то все валится из рук. Как думаешь, почему так происходит? Достаточно вспомнить игру Кубка России. Ты сказала, действительно, не было самых главных, ну нельзя их сказать, болельщиков назвать их. Ни Николая Васильевича, ни Михаила Васильевича не было. К сожалению, по проблемам со здоровьем это действительно отразилось. Сейчас Николай Васильевич рядом следит за игрой. Почему не вяжется? Ну, на то это и игра. У каждого спортсмена, у каждой команды бывает спад, бывает подъем. Возможно, сейчас мы немного уступаем, но я уверена, что это все поправимо. Счет уже 7-2 в пользу команды Заречья Одинцова. Быстрая передача нашему капитану, и она справляется со своей атакой. Итак, замена в нашей команде в Уралочке НТМК. 14 номер. Татьяна Куликова уходит и приходит Елизавета Фетисова. Елизавета Фетисова после травмы, она перенесла операцию на колени. Какой сильный удар Богдана Анисимова. Да, вот здесь уже Заречье Одинцова воспользовалась тем, что не успел, к сожалению, наш либеро поднять этот мяч.
а блок не успел сработать, чтобы мяч в ту сторону, в принципе, полетел. Касание сетки у игроков команды «Заречье» Одинцова. На подаче наш центральный блокирующий Елизавета Фетисова. Счет на табло. Как вы видите, Заречье Одинцова ведет. Главное, чтобы это не отразилось на эмоциональном настрое нашей команды. Немного не хватило поднять мертвый мяч и перебросить его на сторону Уралочки. Хотя, опять же, ты отмечала до этого, что у них отлично получаются такие сложные, мертвые, что называется, мячи поднимать сегодня. Да. Богдана Анисова на подаче. И, к сожалению, Ксения Парубец допускает ту же самую ошибку, которая уже фиксировалась несколько раз. А у Заречья Одинцова очередная замена. 14 номер. Юлия Коренчук меняется на Оксану Якушину. Восходит сейчас по мячам нашу команду Заречья Одинцова. 12-6. Счет на табло. И вот уверенная атака. Сокращает это отставание. Что ж, пока есть возможность, задам тебе еще один вопрос от наших болельщиков. Напомню, что задать их можете и вы. Для этого достаточно написать нашу официальную группу ВКонтакте «Уралочка НТМК». И самые интересные вопросы мы зададим моей соведущей Валерии Сафоновой. Итак, Лер, почему-то интересует, я не знаю, каким образом ты сможешь ответить на этот вопрос, а что за непонятные ленты на рукавах у команды? Калининграда, да? Да, у Калининграда. У Калининграда меня тоже интересовал этот вопрос. Как я понимаю, это измеритель... Не знаю чего, но что-то для здоровья, связанное со здоровьем. Я думаю, что может пульсометр какой. Видимо, с технической точки зрения Локомотив тоже каким-то образом воздействует на игроков. Возможно, что это управление с джойстиком. Вот о чем мы говорим, хитрый удар Ксении Парубец. Не сильный, а просто вместо их точку. Да, и достаточно увидеть, что никого там и не было, никто даже не смог бы поднять этот мяч. Итак, отставание уже в 4 мяча у Уралочки. 13-9 в пользу Заречья Одинцова. Ксения Смирнова. Но нет, успевают этот мяч все-таки вернуть в игру. Кажется, было касание, да. Касание было, показывает главный судья. Но судя по тому, что видеоповтор не понадобился, чтобы это определить, никто и не спорит. Никого и не возникло.
вопросов. Тут уже очко от блока Заречья Одинцова. Вновь отличилась Ксения Парубец. Какой розыгрыш? Либеры меняются на площадке Уралочки НТМК. Мощный удар от Богдана Анисовой. И я думаю, такой же по мощности удары от Ксении Парубец. Сокращаем потихоньку отставание. 15-11 в пользу Заречья Одинцова. Но напомню, что первый сет, который остался за нами, развивался примерно так же. То есть мы начали постепенно к середине догонять Заречья Одинцова, а потом даже перегнали. Передача не в темп от связки Заречья Одинцова. Вадим Анатольевич взял просмотр. Ну что ж, пока есть, опять же, свободная минута, продолжим задавать вопросы. Теперь уже про, видимо, личную жизнь. Лера, расскажи, какая твоя самая смешная цель в жизни? Очень необычный вопрос. Достаточно необычный, да. Я думаю, что, наверное, научиться петь. Ну, давай... Потому что это невозможно. Чтобы болельщики смогли это оценить, после завершения игры ты нам споешь несколько секунд, и мы поймем, нам нужно ли это развивать или и так идеально. На всю Россию, да? Так, видеоповтор не изменил положение команд. Сейчас подача Заречья Одинцова, счет 16-12. И снова укороченная, прошу заметить. Да, ну тут уже Елизавета Котова, обрати внимание, как воспользовалась. Очень красивый удар был. Ситуации, когда просто поняла, где слабое место. Зрячий, как этот удар называется, зрячим. Какая мощная подача. Удается все-таки поднять мяч, обрати внимание. Вот это да. Неоднозначная ситуация. Я думаю, сейчас, если видеоповтор будет, будет вновь интересно на это взглянуть. Посмотрим, что, какое сейчас решение вынесет главный судья. Спорный момент. А тем временем Уралочка сокращает счет. Да, все-таки... Это спорное очко отдали Уралочки, хотя видеоповторы не потребовались. И сокращают счет до одного очка. 15-16.
пользу Заречья Одинцова. Как вы видите, Богдана Анисова не смогла оформить эйс, но, тем не менее, поднять этот мяч Заречья Одинцова не смогли. И вот счет равный, 16-16. Ну что ж, двигаемся к победе. И очередная замена в Заречье Одинцова. 11 номер Анна Пальмова заменяет Полину Матвееву. Долгий розыгрыш, несколько сложных мячей удалось поднять нашей команде, но, к сожалению, мяч отправляется в аут. Как мы видим, очень злое, думаю, настроена Уралочка, достаточно посмотреть на игроков. Лер, как считаешь, сейчас лучше что, злость или холодная голова, которая поможет правильное решение все-таки принять? Холодная голова во всех ситуациях, конечно. Тем более, когда такой счет на равных. Подача Татьяны Селютина. Сегодня Дарья Пилипенко достает такие мячи. Мертвые. Очередной перерыв. Обратите внимание, теперь по запросу Николая Васильевича видеоповтор. Хотя, казалось бы, что могло не понравиться, ведь мяч засчитали нам. Итак, арбитры заняты принятием решения. На ваших экранах мяч. Вы видите, что мяч улетел за пределы площадки. И все-таки не совсем понятно, зачем данный видеоповтор, в принципе, был взят. Но мы не тренеры, я думаю, мы не сможем четко понять. Возможно, просто передернуть, сбить команду соперника. Тут было без шансов. Очень быстрая передача и быстрый съем. Блок не успел. Итак, вновь сравнялись. 18-18. Напомню, счет по партиям также равный. 1-1. Снова хитрый удар. Вновь от Богданы Анисовой. Итак, очередной тайм-аут в этой встрече. Заречья Одинцова, на ваших экранах Вадим Панков. Все, внимательно строгать. Вниз не стучим. Связка есть или... Косяков, оттуда, правильно бьем. Только бейте так, чтобы они не достали ни за 3 метра. 3 метра попадая. Еще раз, смещение. Вот так. Так смещение и вот так смещение. Поэтому сюда надо бить. Да.
Так, Уралочка, НТМК впереди. 19-18. Приближаемся к окончанию третьей партии. Мяч улетает от рук Елизаветы Фетисовой. Но я думаю, в этой ситуации что-либо сделать было сложно. Среагировать никто из команды бы не успел. Да, передача в край была быстрая. И снова счет равный. 19-19. Уралочка разыгрывает комбинацию. Снова возвращается на площадку игрок номер 15, Шишкина Юлия. Обрати внимание, счет практически равный, 20-19. Насколько тяжело вообще команде, когда столь маленькое отставание, выйти победителем? Ведь решают все каждый мяч, нельзя допускать ни малейшей ошибки. Очень высокое напряжение в тот момент в команде. И тут, как ты замечал, уже нужна холодная голова. И в какой-то мере риск. Вопросу об отсутствии болельщиков, я думаю, даже зрители перед экранами видят, насколько тихо становится в определенные моменты, когда напряжение просто можно резать буквально в воздухе. То есть игроки сосредоточены и нету той громкой поддержки с трибун. Все-таки этого действительно не хватает. Не хватает однозначно. Блок Елизаветы Фетисовой принес нам очко. Вот о чем я и говорила, как сложно играть против высокой связки. В принципе, против связок на переходящих мячах сложно играть, потому что они очень часто передавливают. А здесь еще связка. Ростом 1,92 м. Кстати, к вопросу о росте. Этот вопрос тоже от наших болельщиков и зрителей поступал. Не комплексовало ли по поводу роста, что в детстве, что в юности? В детстве и в юности был такой комплекс, да. Нас даже называли волейболисток. У нас был спорткласс, мы были волейболистками. Нас даже называли то страусами, то жирафами. Сейчас я этим горжусь. Ну, я думаю, все высокие люди должны этим гордиться. Да. Я это знаю тоже не понаслышке. Высокие люди, они хорошие. Хорошие. Ну что ж, а пока у нас очередной временный перерыв, очередной повтор. Итак, на ваших экранах вы видите, что очко уходит Уралочки НТМК. Мяч отдан Уралочке НТМК. На подаче капитан команды Ксения Парубец. Просто, я думаю, не сдастся Заречье Одинцово. Они это уже доказали в двух предыдущих партиях. 22-21. Цифры на ваших экранах. Юлия Коренчук на подачу Заречье Одинцово. Как я заметила, сегодня очень много наша команда, команда Уралочки, бьет по пятой зоне. Приоткрою вообще секрет, как это происходит непосредственно на площадке при взаимодействии игроков. Кто-то один замечает, что, например, та же самая пятая зона самая слабая у соперника и рассказывает всем, или каждый к этому приходит самостоятельно? Ну, это аналитика. Это перед матчем за долгое время мы готовимся, смотрим, у кого где какое слабое место, и тренер дает установку, и мы должны ее выполнять. А при этом непосредственно в процессе игры существуют ли тоже вот такие определенные моменты? Конечно, перестановки, да, безусловно. То есть у нас есть одна договоренность, например, а в процессе матча Николай Васильевич нам говорит поменять тактику.
как повезло сейчас команде «Заречья», в частности Наталье Думчой. Приближаемся к окончанию партии. Очередной тайм-аут от «Уралочки» НТМК. Или ставить, или не ставить. Так, кранов. Не важно, тогда страхуй. Простой мяч падает. А ты что делал? Ничего. Отдаем партию. Ни за что. Отдаем партию. Внимательно давай. Поехали. Насколько это для тебя необычно и интересно слушать наставления от Николая Васильевича, не находясь при этом на площадке, а вот так со стороны слушать как комментатор? Я сейчас ничего не слышу. Николай Васильевич умеет настроить очень. Да, в этой ситуации я понимаю, почему «Заречье» так радуется забитому мячу. Обратите внимание, ну просто обманули, как детей, нашу команду, что называется. Татьяна Селютина спасает мяч. К сожалению, мы его перебрасываем. И выигрывает партию. Итак, «Заречье» Одинцова со счетом 25-23 оставляет за собой третью партию. Посмотрим, как будет развиваться игра далее. А прямо сейчас передаем свое слово вновь нашей соведущей Юлии Курочкиной. Друзья, и вновь добрый вечер. Мы готовы продолжить. Рады, что вы остаетесь вместе с нами, болеете за любимую команду «Уралочка» НТМК. Да, пока счет не самый приятный, но мы верим в нашу команду. Вместе так и победим. Со мной здесь на площадке находится Константин Шмелев. Тренирует там, где медом намазано. И сегодня мы продолжаем тестировать Константина, собственно, как и вас. Я задаю простые вопросы, вы участвуете в викторине, даете правильные ответы. И, возможно, уже на следующей игре такой шарф достанется именно вам. Константин, проверим, достанется сегодня ли тебе этот шарф. Поехали. Что же такое хоррей? Я напоминаю, я называю термины не только из волейбола, но и вообще из других, в принципе, разных сфер жизни. Есть варианты ответов. Хоррей – специальное оборудование для блокирования. Стихотворная форма, либо средство для фарширования мяса. Итак, что же такое хоррей? Это стихотворная форма, по-моему. Ты же спортсмен, ты должен так подумать и дать неверный ответ. Но сегодня тебе везет абсолютно точно. Хоррей – это стихотворная форма. Кстати, это была бы плохая реклама в моей школе, если бы я давал неправильный ответ. То есть в твоей школе не только хорошо тренируются, но еще и умницы, и разумницы. Конечно, волейбол – это спорт интеллектуальный. Проверим, Константина. Итак, что же такое эйс, Костя? Корзина для мячей, подача на вылет, либо чехол на блоке? Эйс. По-моему, это чехол на блоке. Да нет, конечно, это подача на вылет. Ты еще и меня хочешь проверить, но я не первый раз нахожусь на игре нашей любимой «Уралочки» НТМК, и я слышу прекрасно, как девчонки перед подачей своих однокомандниц хлопают в ладоши, да, и кричат именно «эйс, эйс, эйс». Еще одно задание у нас есть для тебя, Костя. Бланшировка. Что же такое? Кратковременное отваривание, кастрюля для пасты, либо метод приготовления мидий. Бланшировка с чем хотя бы связана, скажи? Наверное, третий вариант ответа. Ну, в общем, что-то связанное с едой. Друзья, подписывайтесь на наши соцсети и болейте за наших. Вперед, Уралочка! Возвращаемся на площадку. На ваших экранах статистика матча. По атакам «Уралочка» была лучше. По блокам уже «Заречье» Одинцова. Обратите внимание, 5 против 1 у нас. Эйсов одинаковое количество, 1-1. Так что, я думаю, очень неплохо показывает себя команда.
Лер, ну в начале этой партии расскажи, по-твоему, что происходит, почему все-таки сейчас небольшой сбой происходит в игре «Уралочки»? Опять говорю, вот как-то удача не на нашей стороне сегодня. Николай Васильевич кричит на девочек, пытается их взбодрить. Но, тем не менее, мы начали уже лучше, чем предыдущие партии. Вот обратил внимание, что у Заречья Одинцова замены происходят, ну, достаточно часто. У нас мы, к сожалению, таким похвастаться не можем. Как считаешь, может быть, это просто банальная усталость влияет на игру? Я думаю, что нет. У нас всегда так есть и будет, когда играет одна основная шестерка, а точечно происходят замены. В Заречье Одинцова уже все по-другому, да, там играют все абсолютно. Но я думаю, раз у нас это стандартная, скажем так, работа, все равно девушки уже привыкли к тому, что выкладываться надо в случае необходимости даже 5 партий подряд. Конечно. Мяч круглый. Игра может закончиться по-разному. Ну, ты верно сказала, начали лучше, чем в предыдущем сете. Обрати внимание, 2-2. До этого Заречья Одинцова все равно отрывалась намного сильнее. Вернемся к силе удара. Только что мы видели Богдана Анисова. Как раз мяч перелетел, к сожалению, площадку и упал в аут. И вот вновь опять же сокращенных. То есть мяч ударился в сетку. И вновь Заречью Одинцова не удалось провести такой пограничный удар, когда мяч, касаясь сетки, переваливается на нашу сторону. На подачу Ксения Смирнова. Как? Казалось бы, такой казалось красивый бы, розыгрыш. Отлично сработав на блоке, все равно Заречья Одинцова умудряется такой мяч поднять и переломить ситуацию в свою пользу. Итак, 4-3 в пользу подмосковной команды. Итак, вновь сравниваем игру. Очко на забеге. Елизавета Фетисова. Подача Светлана Чеснокова, Заречья Одинцова. Второй раз не удалось забить. Блок ставит Анастасия Щурина. Площадку выходит Елизавета Котова. На подаче Елизавета Фетисова. Не
знаю, совпадение или нет, но как только вышла на площадку Елизавета Котова, вновь начали с блоков собирать очки в свою пользу. Вновь она, как вы видите, приносит на повторе. Приносит удачу. Да, отлично сработала. Своеобразный, ну, талисман, можно так сказать. Прорывается через три блока Ксения Смирнова со второй линии. Как вы видите на повторе, очень сильный удар. Вот мне даже в такие моменты как-то страшно за руки игроков команды соперника. Как же больно такие мячи принимать. Ну, там уже нет нервных окончаний, там уже все отбито у нас на руках. То есть вот так вот мы узнаем, что волейболистки бесчувственные в плане рук люди. Итак, а счет пока 7-7. Идем на равных. Отставание не удается ни одной, ни другой команде оформить. Все-таки наши скидки победили команды Заречья Одинцова. Слышно с нашей комментаторской позиции, как девочки из нашей команды просто болеют за то, чтобы забить эйс. Будем надеяться, что и вам это слышно, уважаемые зрители. Одиночный блок Елизаветы Котовой. Ну что ж, талисман не зря вышел вновь на площадку. Хороший перенос. Угадала направление по пятой зоне от взлета. Кстати, даже многие болельщики отмечают, что у Лизы Котовой отличный блок. То есть, насколько, вот оцени с профессиональной точки зрения, она хорошо себя проявляет? Они правильно отмечают, потому что он действительно хороший. Это можно наблюдать по статистике и по количеству поставленных блоков от Елизаветы. Сработала наша страховка после атаки Ксении Парубец. Мяч упал в пустое место. Да, сконцентрировались слишком близко, как мне кажется, к сетке. И поэтому да, там никого не было. Среагировать. И Заречье вырывается вперед. 10-9. Я думаю, обе команды поняли, насколько сейчас уже приблизились они к такой ситуации, что матч, скорее всего, перейдет в тайбрейк. И обрати внимание, ни одна из команд не может оторваться от другой. Да, ноздря в ноздрю. Уходит с площадки Елизавета Котова. Обманывает Заречья Одинцова Ксения Парубец. Видимо, ожидали они от нее очень сильного и мощного удара.
того самого, каким она и знаменита, но опять та самая хитрость, про которую Лера сегодня уже говорила, и сработала. Итак, 11-11. Заработала наша страховка от блока, и это принесло свои плоды. 12-11, Уралочка вышла вперед. Пытались как можно заметить Полина Матвеева даже перейти на нашу сторону, чтобы поднять этот мяч. Я вот даже не знаю, можно ли так делать, но... Ну, там, смотря как мяч пройдет, за антенной. Да, или... но это очень интересно наблюдать со стороны, что для победы девушка готова даже на сторону противника перебежать. Конечно. Итак, тайм-аут от Заречья Одинцова. Обратите внимание, как необычно проходит тайм-аут у подмосковной команды, то есть наши сосредоточены вокруг. Да, я никогда не замечала. А вот подопечные Вадима Панкова сели, ну, видимо, даже несколько секунд отдыха сейчас не помешают. Так, Уралочка ведет, 12-11. Ксения Смирнова на подаче. И это эйс в исполнении Ксении Смирновой. Этот матч, в принципе, не так богат на эйсы. Ни одна, ни другая команда не отличаются... большим везением в этом плане, но будем надеяться, что сейчас Ксюша Смирнова сможет повторить этот успех. Да, к сожалению, попытка не увенчалась успехом. Буквально нескольких сантиметров не хватило. Мяч ушел в аут. Напомню, уважаемые зрители, что сегодня вы можете задать свои вопросы моей соведущей Валерии Сафоновой. Она с удовольствием на них ответит. Для этого пишите в нашу официальную группу «Уралочка НТМК». Мы выберем самые интересные вопросы и зададим Валерии. И очень часто приходят вопросы по поводу того, как отреагировала команда на информацию о том, что не примут участие в этом сезоне «Уралочки» в Лиге чемпионов. Расскажи, каким образом узнали об этом и каким образом, в принципе, ну, скажем так, в настрое не потеряли ли из-за этого в чемпионате России? «Уралочка» во вторник отозвала заявку на участие в турнире из-за сложной эпидемиологической ситуации. Вот, и вместо нас попала команда, сейчас скажу, Словении. Команда Словении, «Камник», вот где они будут встречаться с командой «Канельяна» итальянской, французским «Нантом» и турецким «Фенербахче». С этими же противниками как раз мы должны Да, мы должны были играть, но сейчас в связи с этой обстановкой мы не рискнули. Кстати, я обратил внимание, что по-разному реагировали люди на эту информацию. Одни, наоборот, хвалили руководство «Уралочки», что они не позволят действительно девочкам заболеть и находиться в зоне риска из-за этого. Другие, конечно, расстроились и даже, если так можно выразиться, обиделись, что мы не примем. Но вот я думаю, учитывая ту ситуацию, которая развивается даже не в мире, а у нас в России, что ну, практически 50% от всех участников чемпионата России также находились на карантинах, из-за этого отменялись игры, именно потому что в командах выявлялся коронавирус. Я думаю, стоит понять всех, кто не хочет рисковать. Если честно, я так и думала, что у нас не будет игр из-за этого вируса. Но он достаточно серьезно отразился, в принципе, на российском и мировом спорте. Достаточно вспомнить, что в прошлом году тоже не удалось завершить игры Лиги чемпионов. Напомню, 23 апреля, по-моему, было принято решение о прекращении игр. И трофеи так и остались неразыгранными в прошлом сезоне. Поэтому, ну, это само собой разумеющееся, что коронавирус влияет на большой спорт. Итак, а за разговорами у нас счет уже 16-13 в пользу «Уралочки» НТМК. Вырываемся вперед.
уже приличное отставание. Ну, опять же, повторяется ситуация из первого сета. Как мы помним, там тоже 8 мячей, по-моему, мы оторвались на 8 мячей вперед, но Заречья Одинцова смогли все-таки сократить это отставание. Снова мяч достает Дарья Пилипенко. Сегодня блестяще играет в защите. Главное нам таким образом не сглазить. Верим в победу наших девушек. Верим в то, что Заречья Одинцова тоже покажет очень красивую игру. Ну и, как мне кажется, в профессиональном спорте уметь проигрывать тоже надо уметь. Поэтому, как бы не закончился этот матч, все равно игра красивая, интересно смотреть, а это самое главное. Сегодня что у одной команды, что у другой проходит много скидок. Очередной перерыв в игре. И опять же повторяется, обратите внимание, что тайм-аут у нашей команды более сплоченный, более семейный и... Если так можно выразиться, уютный. У Заречья Одинцова все немножко... В семейном кругу, да? Да. Но как раз к вопросу о семье, я думаю, все равно все понимают, что команда, которая играет практически каждую неделю, это одна большая семья, то есть тренировки, игры, это сплочает очень сильно. И как раз хочется рассказать про младших членов семьи, это команда «Уралочка 2 Ургэу». Напомню, они сейчас проводят третий тур Лиги А в Уфе. И пока счет из 4 матчей они провели 3, победили уфимочку «Угнту». И, к сожалению, 2 поражения получили от команды «Северянка» со счетом 3-0. Завтра снова они встретятся с уфимочкой, и на этом будет завершен третий тур в Уфе. Будем верить в победу нашей команды. «Уралочка 2» вперед! Какой долгий розыгрыш. Ну что ж, давай продолжим, пока у нас есть небольшой перерыв, задавать вопросы от наших болельщиков. Лер, я уже спрашивал, какая у тебя смешная цель в жизни есть, но теперь уже вопрос, который волнует как профессиональную спортсменку. Хотела ли когда-то бросить волейбол и почему такое могло быть? Таких моментов было куча, но потом уже с высоты своего опыта я понимаю, что это лишь временное явление, потому что за черной полосой всегда идет белая. Наверное, больше всего хотелось бросить тогда, когда я восстанавливалась после операции. Ждала эту операцию 6 лет. У меня болело плечо. Вот. А сейчас все супер. Я понимаю, что не зря. Мне был дан этот период, это период переосмысления. Теперь я понимаю, что к чему. И тогда еще один связанный вопрос. Поменять амплуа на связующую при этом не хотелось ли? Мы на самом деле смеемся в команде, что у меня позиция универсал. Я играю везде. И еще не играла я только связкой. Но нет, ни за что бы никогда бы я не хотела играть. Я считаю, что это очень сложно. Но, к сожалению, в большом спорте так бывает, что никогда не говори никогда. Это я уже поняла, да. Да, поэтому... Я раньше всегда говорила, что я буду только первым темпом всю жизнь. А Николай Васильевич решил по-другому, и я ему безумно за это благодарна. Он открыл для меня новые горизонты. Открыл меня самой для себя с новой стороны. Я думаю, это говорит об огромном опыте Николая Васильевича. Достаточно да. Просто вспомнить, что Уралочку НТМК больше 50 лет он возглавляет. То есть просто через него прошло, я не знаю, ну, поколение, наверное, ну, 45 разных волейболисток. Да. За все это время. Возможно, и больше. К сожалению, точной статистики у нас, конечно, нету, но
50, больше 50 лет возглавлять одну команду. Это рекорд. Да, это рекорд, и достаточно вспомнить, что он в волейбольный зал славы благодаря этому также вписан, и за свои заслуги, и за то время, герой что труда. Он возглавляет эту команду, да, и в России он, конечно, тоже отмечен. Лично Владимир Путин ему вручал эту награду и жал руку. Да. Тем временем в команде Заречья Одинцова произошла замена. Вместо Натальи Думчевой выходит игрок номер 7, Просвирина Татьяна. Но опять же надо вспомнить, что мы при этом играем очень с редкими заменами. Поэтому я даже не знаю, отдохнувшие, если так можно выразиться, игроки, плюс это или минус на площадке, ведь только-только, кажется, найдешь свою линию игры, и тут тебя усаживают на скамейку запасных. Я думаю, это очень серьезно влияет на настрой. Ну что ж, а пока мы подошли к сетболу 24-15 в пользу Уралочки НТМК. Наша команда уже не допускает тех ошибок, как в предыдущих партиях. И я думаю, уже можно говорить предварительно, конечно, о том, что четвертая партия остается за нами, и матч перейдет на тайбрейк. Удается отыграть Заречью Одинцова первый сетбол от Уралочки НТМК. Анна Пальмова на подачу у Заречья Одинцова. Второй сетбол удается отыграть Заречью Одинцова. Как бы я ни сглазил, слишком рано поздравив нашу команду с победой. Ну что ж, нет, все-таки сейчас будет видеоповтор этой ситуации. Николай Васильевич, скорее всего, заметил что-то, что может сыграть в нашу пользу. Посмотрим, как решат арбитры. Сейчас самое главное забить последнее очко для Уралочки. Но отставание довольно серьезное. Поэтому, я думаю, ничего не помешает нам это сделать. Потому что все-таки 7 мячей, да, это не так много, но, тем не менее, серьезный разрыв. Слышим, что Николай Васильевич сейчас настроил девочек на прием. Но я думаю, данный видеоповтор, который как раз не удовлетворили, он был настроен на то, чтобы просто дать несколько секунд отдыха. Прием и не понадобился. Да, подарили нам, можно сказать, Заречья Одинцова эту победу. И со счетом 25-17 четвертая партия остается за Уралочкой НТМК. По партиям счет равный 2-2. И сейчас будет тайбрейк. Thank you.
И сейчас мы возвращаемся на площадку Дворца игровых видов спорта. На ваших экранах статистика по матчу. По атакам «Уралочка» на 3 мяча лучше, 13-10. По блоку примерно одинаковый результат, но «Уралочка» также лучше. И обратите внимание, 5 эйсов у «Уралочки» и всего один эйс у «Заречья» Одинцова. Поэтому, ну, я считаю, все хорошо. Ошибок равное количество. Итак, сейчас будет сокращенная решающая партия. Счет, напомню, 2-2. Первую и четвертую записали на свой счет «Уралочки» НТМК. Вторую и третью «Заречье» Одинцова. Напомню, уважаемые зрители, что сегодня у вас есть уникальная возможность задать свои вопросы игроку «Уралочки» НТМК Валерии Сафоновой. Пишите в нашей официальной группе ВКонтакте. Мы выберем самые интересные вопросы и зададим Лере в прямом эфире. Как раз сейчас у нас есть возможность задать один из вопросов, видимо, про карьерный рост или вообще про жизнь. Чего хотите, Валерия, достичь? Давай, наверное, и в жизни, и в спорте. Конечно, в спорте всегда стоят самые высокие цели. В жизни, как у любой женщины, конечно, это семья. Тогда не могу не задать следующий вопрос, который уже не в первый раз поступает от мужской аудитории. Свободно ли твое сердце? Ну, это жизнь личная. Я стараюсь ее не афишировать. Ну что ж, нечем мне вас обрадовать, дорогие зрители, но нечем расстроить, поэтому подписывайтесь на Валерию в Инстаграме, и, возможно, там она приоткроет завесу тайны. Все-таки свободна она или нет. А пока вернемся к игре. Вновь Заречье Одинцова забивает первый мяч. Счет 0-1 в их пользу. Но очень быстро «Уралочке» НТМК удается сравняться. И вновь 1-1. Равная игра, я думаю, сейчас в решающей партии, которая определит... Это коронная скидка Ксении Парубец во вторую зону. Последняя партия определяет победителя, поэтому, я думаю, настрой у обеих команд должен быть... На подаче Елизавета Котова. И это эйс. У нее очень хорошая силовая подача. И очень часто на вылет. Агрессивная скидка от Натальи Думчевой. По линии. Так, Юлия Шишкина в «Заречье» Одинцова. Ну что ж, Ксения Парубец вновь выводит нашу команду вперед. 3-2. Вот эта вот игра ноздря в ноздрю, как мы уже говорили, насколько на тайбрейке она опасна, как считаешь ли? Посмотрим в конце, насколько она опасна. Бывали же очень много случаев, когда команда ведет, остается одно очко, и команда, которая проигрывала, выходит вперед и выигрывает игру. Подача Ксюша. Ксения Смирнова, 30 номер. Не удается нашему блоку ничего противопоставить атаке Заречья Одинцова. Вот она, ошибка укороченных подач. Хороший,
продолжают нам поступать вопросы. Итак, Лер, это уже вопрос от одного из наших подписчиков, вот буквально несколько минут назад пришедший. Сможет ли «Уралочка» в нынешнем достаточно молодом составе побороться за медали чемпионата? Вот давай попытаемся дать оценку. Конечно. Конечно, потому что всегда, несмотря на состав, несмотря на возраст и звездность нашей команды, команды «Уралочка», мы всегда занимали либо призовые места, либо высокие. Напомню, в этом заслуга Николая Васильевича большая. Да, вот как раз сейчас тайм-аут, он как раз дает наставление нашей команде. Я думаю, он сможет найти слова, которые помогут нам одержать победу, тем более, что предпосылки к этому есть. Счет 6-3 в пользу «Уралочки» НТМК. А вам, уважаемые зрители, слушатели, напомню, что задать свои вопросы, которые я задам Валерии Сафоновой, у вас есть возможность в нашей официальной группе ВКонтакте «Уралочка НТМК». Пишите, мы выберем самые интересные и зададим их в прямом эфире. Итак, видеоповтор вновь не смог изменить ситуацию с цифрами на табло. Как мне кажется, возможно, что он был нужен именно для такого перерыва, чтобы дать командам возможность пообщаться с тренерами. Замена в команде «Уралочка» НТМК вместо 21 номера. Выходит номер 14, Татьяна Куликова. Да, как вы видите на ваших экранах, Николай Васильевич, видимо, все-таки вот та ошибка, которая была допущена, то, что мяч улетел в аут, и повлияло на данное решение. Хорошая защита в линии. Мяч переброшен. Долгий розыгрыш. Воспользовалась Заречья Одинцова тем, что в этой части поля никого не было. Ну что ж, счет равный, 6-6. Все решит именно эта партия, поэтому, я думаю, обе команды просто выкладываются на 110%. Не получился прием у Дарьи Пилипенко. Выходит номер 6, Кристина Курносова, на прием. Вновь обманный маневр был. Вновь, как вы видите, Ксения Парубец буквально на границе смогла забить этот мяч. Он коснулся сетки и все-таки перешел на сторону. И снова счет равный, прошу заметить, 7-7. Да, я и говорю, что сейчас обе команды будут выкладываться по полной, потому что понимают, насколько это важно. Итак, смена сторон, небольшой перерыв. Так, пока у нас есть время, задам еще один вопрос. Вот, Лер, важный момент. Социальные сети. Пришло сообщение, например, разбань меня, пожалуйста. Как часто после проигранных матчей вы получаете негативные личные сообщения? И вообще, ну, приятно, когда даже после действительно проигранных матчей, когда допускали ошибки, ну, гнев от слушателей, от зрителей приходит. На самом деле, мне не первый раз говорят, что я кого-то заблокировала. Не всегда я это делаю осознанно. Как-то так получается. И, возможно, да, в порыве
каких-то эмоций происходит это, но я это делаю очень редко. Но я думаю, тут эмоции важны не только с твоей стороны, но и со стороны тех, кто пишет. Нет, есть такие люди... Не будем забывать про этику, ту самую, которую очень часто, к сожалению, нарушают. Все понимают, это игра, надо уметь проигрывать, и поэтому не стоит... Конечно, нет, есть такие люди, которые хотят питаться твоими эмоциями и твоей реакцией. То есть я не реагирую никогда, не вижу смысла этим заниматься, тем более в социальных сетях. Дарья Пилипенко пыталась спасти мяч, но, к сожалению, не удалось. Мощный удар, но, к сожалению... Да, мяч прокатился по тросу и упал в аут. Видеоповтор запросил Николай Васильевич. Да, мяч не задел площадку, не задел линию. Десять восемь в пользу подмосковной команды Заречья Одинцова. Последняя, пятая, решающая партия. Итак, тайм-аут. Николай Васильевич собрал команду. Давайте послушаем, какие наставления он сейчас даст. Самое простое. Нужно делать то, что мы умеем делать, а не то, что мы придумали. Мы умеем пальцами перебрасывать. Великолепно. Не нужно перебрасывать, когда неудобно отменить. Ясно? Давайте. Давай, давай, давай! На подаче игрок Заречья Одинцова, номер 4, Матвеева Полина. Восемь уже очень опасное положение у нашей команды. Лер, как считаешь, что сейчас можно попытаться изменить? Отличный в нашей игре? Прием от Курносовой Кристины. Я думаю, что очень много тоже зависит от приема. Потому что наша команда при доводке играет много первым темпом. А первый темп играется только при отличном приеме. Тут все завязано. И так как мы видим ближе к концу партии, когда все должно решиться именно сейчас, увеличивается и количество видеоповторов, и количество тайм-аутов. Я думаю, тренеры обеих команд понимают, насколько сейчас именно важно хотя бы какие-то краткие наставления дать командам и пользуются как раз такими моментами. И вот на ваших экранах, как вы видите, заступа не было, как мне кажется. Да.
Все было очень даже законно. Итак, 12-9 в пользу Заречья Одинцова. Подает Уралочка НТМК. Передача из глубины поля, поэтому наш капитан перебрасывает. Подводит, к сожалению, нашу команду немножко прием. Но шанс еще есть. 9-13. Отстаем, но тем не менее. Острую подачу начали подавать команда Заречья Одинцова. Подмосковная команда Заречья Одинцова подошла к матчболу. Счет 14-9 на табло. На подаче Анастасия Подошвина. И, к сожалению, не удалось Уралочке НТМК сегодня показать себя на все 100%. Да, были ошибки, и, к сожалению, они привели к тому, что со счетом 15-9 в последней пятой партии Заречье Одинцова выигрывает со счетом 3-2. Но, тем не менее, показали красивую игру. Лер, как считаешь, все ли и Заречье, нет, безусловно, и Уралочка показали? Ошибки есть, я думаю, что над ними будут работать. Ну, посмотрим, как подготовимся к следующей игре. Напомню, Уралочка НТМК 14 ноября сыграет с Минчанкой из Белоруссии на выезде, отправится в Минск. Пожелаем удачи. Всем большое спасибо, что были с нами. Я напомню, что эту игру вместе с вами смотрели Сергей Храмушин и игрок Уралочка НТМК Валерия Сафонова. Спасибо большое. До новых встреч. До свидания. Вадим Панков, главный тренер волейбольной команды Заречья Одинцова. Вадим Анатольевич, расскажите, подведите краткий итог игры, как себя показала как Уралочка, так и Заречья. В принципе, в дебюте решался. С первый сет мы даже повели, то есть, конечно, мы его достали и повели. И тут уже как бы зародилась надежда, что можно играть. Но не очень неровно играла Уралочка сегодня, они играли местами очень здорово. Местами со спадами. Но мы играем, как мы можем. Да. На сегодняшний день мы только что восстанавливаемся после изоляции, поэтому мы играем. Но разбор, четкий разбор нам помог сегодня, конечно. Мы разобрались
частично на блоке, кое-что в защите достали, в принципе, попадавали там где-то тактическую подачу. Это нам помогло. Ну, реализация, конечно, страдает реализация. На сегодня мы много мячей не добиваем. Но, тем не менее, еще раз сказалось, конечно, в «Уралочке», что нет основной связующей. Это понятно. Хотя эта девочка, она чемпионка Европы, по-моему, насколько я понимаю, да, хорошая очень. Ну, в дальнейшем, понятно. Пока, когда встает, естественно, Светская новая, это как бы спад команды. Я не говорю, что это «Уралочка», это везде так, понимаете? Потому что это психология, когда есть боевое настроение, когда есть первый состав, то есть лучше играют, когда нет лучших, поэтому небольшой спад, он чувствовался все-таки в игре «Уралочки». Но, тем не менее, я считаю, что мы сражались, мы устали сейчас четвертой партии, мы хотя, в принципе, и шли, устали, но, тем не менее, в пятой нам повезло. Поэтому я, конечно, поздравляю нашу команду и желаю всем командам, и всем девочкам, и тренерам не болеть, и судьям, конечно. Потому что ситуация тяжелая, и мы сейчас вынуждены искать какие-то пути, где-то мы должны менять матчи, потому что мы пропустили 4 матча сейчас, поэтому это сложно. Поэтому, конечно, желательно, чтобы мы не болели. Но мы не можем не болеть, потому что мы контактируем. То есть мы все время находимся в контакте, мы летаем в самолетах, ездим в автобусах, где, понимаете, в самолеты полные, переполненные самолеты. Вот, допустим, в Минск вообще нет самолета. Как ехать туда, я не понимаю. Но это уже другое дело. Так что желаю всем быть здоровыми и продолжать чемпионат России. Спасибо. Спасибо. Владимир Вертелко, тренер волейбольной команды «Уралочка» НТМК. Расскажите, каким образом сегодня показала «Уралочка» и почему так случилось, что одни партии мы показывали очень хорошую игру, в других, наоборот, «Заречье» Одинцова было намного сильнее? Ну, сегодня получилась хорошая игра, напряженная для нашей команды и для противника. Мы играли с провалами, как вы видели, но... Всегда на команду «Уралочка» настраивается очень хорошо противник, поэтому тяжело надо было нашей команде было, чисто психологически. Команда была не так готова, как противник. Ну и я так думаю, что сегодня мы не справились с приемом. У нас было очень много своих ошибок на приеме, поэтому перешли на простую игру, не могли играть свою игру, комбинационную, быструю игру. Поэтому, к сожалению, не получилось положительного результата. Отсутствие связующей каким-то образом серьезно повлияло или, наоборот, смогли с этим справиться, но допустили в каких-то других моментах ошибки? Безусловно, молодой наш пасующий игрок, он не совсем справился сегодня с такой тяжелой игрой. И тактически, и технически были ошибки, поэтому трудно сказать, что... Повлияло на это, конечно, может быть, быстрее всего, это желание, очень сильное желание ее сыграть хорошо, поэтому были ряд ошибок, которые не позволили нашей команде тоже сыграть положительно. Каким образом будут настраиваться на следующую игру 14 числа с минчанкой? Я думаю, будут сделаны выводы, определенные выводы и в тренировочном процессе, и в организационном также. Будем готовиться, будем стремиться только на победу играть. Спасибо большое.
Антонио. Антонио Страдивари всегда виноват. Скрипки у него все, блядь, самые лучшие. А в этом никто не спорит. Еще виновата Сафонова. Че улыбается? Вот виновата. Сафонова лучше. Я за них допила. Комментаторы еще. Какой последний партий? Какой счет? Да, вот самый.